По итогам работы в 1972 году совхоз Ильинской Алонецкого района был назван одним из лучших в стране. Четвертый год подряд совхозу присуждается переходящее красное знамя Совета министров СССР и ВЦСПС. Высокая награда обязывает трудиться в решающем году пятилетки еще лучше. Несмотря на плохие погодные условия, полеводы совхоза Ильинской в числе первых в республике начали весенние полевые работы, провели сев в сжатые сроки без потерь. Особенно отличилась на севе бригада картофелеводов кавалера ордена Ленина Зои Петровны Дигуевой. В нынешнем году полеводы республики решили сдать государству сверхплана 2000 тонн картофеля.